А я предлагаю вашему вниманию бой в категории до 75 килограммов. И в синий угол ринга я приглашаю Ребов Юрий, спортсмен, представляющий команду Russian Full Contact. Итак, встречаем Рибо, Юрий, Russian Full Contact. Ваши аплодисменты. И в красный угол ринга приглашается его соперник. Спортсмен, представляющий команду «Опора». Каштанов Владимир. Итак, представляю вам бойцов. Рябой Юрий, команда Russian Full Contact, победитель турнира «Дни воинской славы России». Первое место на международном турнире по боевому самбо памяти Коноленко в весовой категории до 75 килограммов. Стаж занятий смешанными единоборствами 1.5 года. И его соперник Каштанов Владимир, чемпион Европы по ушу саньда. Призер Олимпиады боевых искусств «Восток-Запад». Чемпион ЦФО по К1, чемпион Кубка России по ушу саньда, мастер спорта по ушу саньда, кандидат мастера спорта по К1. Сегодня у спортсмена дебют в ММА. Ваши аплодисменты. Спортсмены в центр ринга. И еще раз о правилах. Бой ведем честно, активно. Капы не выплевываем, экипировку не хватаем. Каната не хватать, ринг самовольно не покидать. Понятно? Пожали руки по углам. Готов, боец? Первый раунд. Поехали!
Через 30 секунд первого раунда победу техническим нокаутом одержал спортсмен, представляющий команду Russian Full Contact. Рябой Юрий! Уважаемые друзья, и от себя лично за честную спортивную борьбу хочу вручить ему эти часы. Вы видели, насколько достойно повел себя спортсмен. Давайте поаплодируем. Не стал травмировать соперника. Это награждено. Ваши аплодисменты. Скажешь пару слов зрителям? Здравствуйте всем. На самом деле, я хотел сказать большое спасибо сопернику. Мало кто знает, что он гораздо младше меня возрастом. И все-таки вышел, выстоял хорошо. Поэтому я в возрасте против себя, бородатого такого черного парня, вообще не вышел бы, так что... Не страшно. И спасибо большое за часы. Ваши аплодисменты. А награждение спортсменов проводит легендарная российская спортсменка, мастер спорта международного класса, абсолютная чемпионка Европы, чемпионка мира, девятикратная чемпионка России, Тубольцева Людмила! Ваши аплодисменты! Людочка, награждай спортсмена. Давай, разбирайтесь. Это да. Все, фотография на память. Ваши аплодисменты спортсменам. Итак, вашему вниманию предлагается четвертый бой вечера, ну, категория до 6. Впечатления на самом деле, конечно же, хорошие. Выиграть это приятно. В этот ринг спортсмена, представляющего клуб. Не знаю, что сказать-то нужно. Я очень, во-первых, да, с праздником. Во-вторых, хотел бы поблагодарить организаторов. Организаторы сделали хороший турнир. Солнышко светит, настроение шикарное. И это, естественно, сыграло большую роль в победе. Так что всем хорошего настроения. Ведите себя достойно, хорошо. Спорт всем.